С каким настроем вы выходили на сегодняшний матч после вчерашней ничьи? После вчерашней ничьи сегодня настрой был на победу. Здорово начали. Установка была забить. В начале гол, выполнили установку. Но судья поставил пенальти, к сожалению. Потом в конце тайма успели опять гол забить. Гол в раздевалочку, короче. В этом матче был и использование и вара, и пенальти. Как вообще судья отработал этот матч? Я скажу, что судья отлично судил. Не им помогал, не нам помогал. Все по справедливости. И как соперник отыграл эту встречу? Соперник хорошо. Они высокие, как бы пользовали. Мы поговорили над этим и закрыли им зоны. Близко играли наши защитники с их нападающими. И у них перестали идти моменты. Какой настрой в команде? Как вы готовы к следующему матчу? Отлично. Слава Богу, что сегодня выиграли. Всех поздравляю, тренерского штаба, ребят, болельщиков наших. Дай Бог, завтра выйдем с таким же настроем. Выиграем. Все будет хорошо. Все, спасибо большое. Спасибо.